Привет, Стас. Почему в Украине самая низкая заработная плата в Европе? Но может потому, что в Украине самая низкая производительность труда, как в Европе? Ничего личного. Но Бог свидетель, в Украине действительно очень низкая производительность труда. Украинцы, к сожалению, очень плохо работают. Как это не печально признаться. Понятное дело, что каждый хочет получать много, работать мало. И очень часто работодатели возмущаются. Нанимаешь на работу, человек работать не хочет, приходится постоянно подгонять с под палки. Очень часто бегают на перекуры или на обеды, не исполняют указания, подворовывают. К сожалению, похвастаться нечем. Это факт. Вот когда в Украине производительность труда будет как США, то и зарплата будет как США. Не меньше. Ну, сложно, чтобы зарплата была как в США, а производительность труда была как в Украине. Самый интересный факт, что когда украинцы попадают работать даже в ту же Польшу, они работают лучше. Да, серьезно. Они как-то просыпаются, чувствуют такое. Тут все не работают, правда, ругаются вот так много. Да, действительно, есть люди, которые в Польше работают не 8 часов, а там 10 часов. То есть больше, да, не больше 2. Интенсивнее. Эксплуатируют. Да. Почему? Ну, наверное, потому что с подпалки. Потому что деньги любят. Потому что заставляют. Потому что нельзя лентяничать, как в Украине. А в Украине можно. Можно. Так что, хотя это видео кто-то назовет непатриотичным, ну, но честное. К сожалению, в Украине действительно очень много лентяев. По этой причине производительность труда в Украине низкая, и зарплата низкая.